Доброе утро, мои любимые. У нас с вами 7 сентября, среда 2022 года. Не забудьте поздравить Владимира и Тита. Кушают кошкину еду лангоньеры. А у нас с вами сегодня солнышко. Боже, как красиво. Просто сказочно. Итак, 9 градусов тепла. Времени 7 утра. Хорита. 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 Птички поют. Петушки. Доброе утро, мои любимые. Доброе божественное утро. Видите, я в кофте. Реально прохладно. А на солнце очень-очень жарко. Со рта идет пар. Красотища. Птички заливаются. Мужики уже построили тут целую стену китайскую. Я думала, они сделают вот эти вот, как они называются, колонны. А тут будет стекло. А они застроили все стеной. Только оставили такую вот дырочку для окна. Вот так вот. Ожидание и реальность. Где-то моя Люлю там гуляет. Я ее выпустила часов в 6 утра. Роса какая на травке. Где ты, мое солнышко? Где ты? Ты тут? Привет! Привет! Смотрит там на Хориту. Там Хорита. Реально пар изо рта идет. Хорита бегает, и Люлечка на нее смотрит. Люлю, Люлю, косичка моя золотая, не бойся, не бойся. Хорита тут сдуревает, мотается. Хора, гулять, иди с Юлей гулять, гулять, гулять. Не хочешь? Хочешь кошечку? Иди гулять. Гулять. Юля. Где Юля? Где Юля? Хора, иди к Юле. Иди к Юле. Люля смотрит на Хору. Это Хорита загнала ее на дерево. Вот теперь малышка тут гуляет. Кисюня. Как тебе тут классно. Хорита тебя не достанет. Хорита вся во внимании. Кисюнечка моя пришла. Это на диван залазит. И сюда хочет кошечку. О, рычит. Давай, вали отсюда. Да, Кисюня? Скажи, вали отсюда, иди к мамочке, иди. Иди, мое солнышко, не бойся, не бойся. Иди к мамочке, иди, моя хорошая. Пойдем. Боже, как красиво. Реально пар идет изо рта. И везде роса. Смотрите, на каждой травиночке роса. Как же вам показать? Не хочет снимать, зараза. На каждой травиночке роса. Вообще класс. Птички поют. Кисюня, упадешь сейчас. Кисюня. Кисюня.
Да блин, иди сюда. Не могу Кисюню взять. Ох, Кисюня. Ахура вся. Во внимание. Боже, какие они красивые. Мои цветочки. Прекрасные. Привет, цветочки. Какие вы чудесные. Целая вселенная. Ну что, я встала часов в 5. Говорю Юльке, давай моюсь и иду на работу. Она мне говорит, даже не вздумай. Еще не хватало, чтобы ты там что-нибудь разбила, какую-нибудь статуэточку. И мы с тобой лет 10 платили за нее. В общем, не пускает меня. Говорит, сиди, занимайся своими важными делами. Нечего фигней страдать. Чьи-то тараканы там намывать. Они там всю жизнь насобирали всякой фигни. А ты будешь свое здоровье там портить. Автобус поехал. Значит, уже 7 утра. Слышите, гуси кричат? Реально. Боже, как классно. Я с Кисюней. А Хурита там в кущерях роется. А где тютюни мои? Тютюни! Вот остались у нас две двойняшки. Смотрите, какая она лапочка. Мишель. Мишель вообще классная. Очень. А это пацаненок был такой медлительный, а сейчас такой классный стал. Уже догнал девчонок и перегнал. Прямо помните, как про пятилетку? Догоним и перегоним. Такие лозунги. А тут опять паутинка наросла. Боже, как красиво. Видите, как она сверкает? Привет, паутинка. Иди тут посиди, чтобы тебя Хурита не достала. Не бойся, не бойся, кисонька. Давайте, хорошие прогулки. Можешь с тобой сходить? Погулять. Может. Ладно, тогда пойду погуляю, мои любимые. Сниму вам видео в лесу. Пока-пока. Всем волшебного утра. Спасибо, что вы есть. Кисюня, давай домой. Давай домой.